Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen CC. Итак, вот такой автомобиль прибыл мне ко мне на ремонт. Побита вся бочина. Замята задняя арка. И, скорее всего, повреждена средняя стойка. Двери на замену. Крыло тоже будет половина меняться, стойкой определимся. Итак, пробую открыть двери. Просто так они не открываются. Приходится работать ломиком, шлиферкой и всем подручным материалом. Чтобы открыть заднюю дверь, мне приходится вытянуть заднюю арку. Так, двери открыты, нивелир установлен, буду выяснять степень повреждений. Измеряю расстояние от стоек до центра и выясняю, что правая стойка уехала в салон на целых 5 сантиметров. Ну что, вытягиваю стойку и весь остальной металл, который только возможно вытянуть. Итак, вытянул все, что мог. Теперь буду обрезать и удалять поврежденный металл, верхний. И затем также обрежу на доноре. Итак, удалил. А это донорский кусок. Так как это более старой модели, все крыло я не могу врезать. Поэтому врежу только кусок. Итак, от донора тоже я отдеребанил, еще и кусок внутренней арки. И теперь дотягиваю среднюю стойку. Ну что, стойку я поборол, теперь решил заменить кусок арки. Она уж слишком помятая, тем более, что есть донорская. Обрезал,
И чтобы ее варить, мне сначала нужно вытянуть вот эту горловинку. Она вмята. Вытягиваю всеми способами возможными. Итак, вытянул, подровнял. Сейчас примеряю кусок арки. Если все пучком, тогда свариваю. Кусок арки вварил, и теперь начинается самое интересное — примерка внешнего металла. Примеряю все, подгоняю, использую для этого двери, чтобы все зазоры сошлись и кантики, затем подрезаю и свариваю. Итак, здесь я все сварил, и осталось сделать вот это место. После удара был заломчик. Его я буду делать при помощи споттера. Ну что, друзья, все места сварочные зачистил, повесил двери. Как можете видеть, все зазоры гуд. Разбираю и отдаю эту машину на покраску. Итак, машина покрашена, осталось ее только собрать. Что я делаю? Ну что, вспомним. Вот такой автомобиль прибыл ко мне на ремонт. И вот такой он стал после
ремонта. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!